Проверку глава города начал с улицы Волжская. Жители неоднократно обращались к городским властям с просьбой отремонтировать дорожное полотно. Из муниципального бюджета на это выделено 2 миллиона рублей. Работы уже начались. Сдать объект планируется в течение 3 недель. Осмотрел глава города и набережную реки Псахэ. Администрации центрального района поручено усилить контроль за ее санитарным состоянием, а также за состоянием русла реки. Быстренько с сегодняшнего дня, чтобы приступили там, вплоть до того, что кого-то наняли, и чистить ее надо. Ну, вот Алексею это... они там расходные материалы. Расходные материалы, ну прям с сегодняшнего дня, потому что очень неприглядно это выглядит. Проверил глава и процесс благоустройства в микрорайоне Донском. Там работы развернулись на площади Дома культуры «Юбилейная». Реконструкция здесь проводилась перед Олимпиадой, но за несколько лет от былой красоты практически ничего не осталось. Теперь же новое пространство для отдыха должны беречь сами местные жители. Площадь перед Домом культуры «Юбилейный» уже буквально к концу этой недели будет в полном идеале. И очень надеюсь на то, что жители микрорайона Донской станут настоящими хозяевами и будут поддерживать в хорошем санитарном состоянии, радоваться, ну и, конечно, создавать очень гостеприимную обстановку в городе. На реконструкцию площади город потратил 4 миллиона рублей.